Так, изготавливаем подоконник. Взяли за основу, это у нас ступенька, хвоя, 40 на 300 на 1200. Задача сейчас вырезать так называемые уши, окантовку. Вот, в дальнейшем сделаем красивую фаску. Итак, контрольная примерка. Вроде в уровне. Фаска готова. Фаску я сделал на кромочном фрезере. Вот такой вот кромочной фрезой. Покрываем лаком. Вот и подошла заключительная часть работы с подоконником. Значит, покрыл я его в два слоя яхтным лаком. На все про все при работе с подоконником у меня ушло где-то день. Конечный результат мне очень понравился. Клиенту тоже. Несмотря на то, что подоконник сделан из обычной деревянной ступеньки. Всем спасибо.